Остальные фины у два мафа. У них power value. Два мафа. Ой, нет. Какой подожди, два? Один маф. Маф. Нина, Авдеича маф. Блять. Сука. А как он меня убил? Он клинер, блять. Ну его сейчас выгонят за такую хуйню. А чё они оба не репортят, блять? Ну а где ещё-то понятно? Смотрела, да? Джестер. Смотрела, да? Да, да. Ну я знаю, кто это сделал. Кто это сделал? Кто это сделал? Это ты сделал. А кто это сделал? Ну-ка. Я? Да. Я так и... Смотрите, у нас есть тайммастер, насколько я понял. И у меня вопрос. Бобер, а ты умирал? Нет. То есть, просто мне показалось, что Цесс тебя зарезал, у тебя случился щит, и он откатил назад. Ну, щит это не тайммастер, ты... щит это не... медик. Отк... Блин, а вот у меня роль мастера... Сир, что она делает? Блять, тайммастер откидывает во времени только себя, если его убивают, не других. Не, подожди, слышь, Боть, а тайммастер как раньше работает? Он, типа, может откатить время вообще всей катки? Нет, блять, что? Нет, он откатывает одного человека. Тебя убивает, и катка вся, ну, и вся катка откатывается. Значит, кто рядом с кем пробегал, вот когда был момент тайммастера? Я не видел момента таймастера. Не было таймастера, да. То есть, получается, тогда этот кусок видел только я. Мод лагает опять. Кто-то ёбнул. Но я щит же не прожимал в тот момент. Пипец, мне не повезло. Два человека, которые, по сути, спалили моего убийцу. Один, оба нейтральные роли. Оба нейтральные. Я тоже щит не прожимала. Им нет смысла. А, вот две роли мирные склеились по кайфу. Да, Эвил Гессер, скрывайся. Эйнджинер, давай. Я тоже, роли какие. Мы голосуем в Авдеича, я правильно понимаю? И чё мы делаем? Почему в Авдеича? Скажи, где Труфины? Почему? Авдеича. Понятно, то есть все уже в меня голосуют. Не-не-не-не-не, Цесс это не Цесс. Я скипнул. Я скипнул. Нет, Сэс, я не знаю. Авдеич выходит на верхние двигатели и возвращается. Это кто сделал? Давай три голоса, а не влетели в Инкупера. Не понял. Мои три голоса, кто у меня голосовал? Я не голосовал, кстати. Да, сенсей мне еще и роль спиздил. Ну, килл и находит. Хотите рофл? Хотите рофл? Может, у Вилгейзер скроется? Да. Давайте, а? Хотите, я Вилгейзера вскрою? А ну, смотрите. Я шериф, я ее только что кильнул, она стояла на меня, смотрела, как я переключатель в электрике делаю. Я такой думаю, а что она стоит, просто пялит? Ну такой, подрезал, оп, хорошо. Напомни, если у нас есть найс-гейзер, лучше не гесить. А все, попробуйте, я шериф. Давайте, ну, вообще, это полный вкид от Инкупера, Сеня, потому что я шериф. Сеня, не понял, вот ты второй вскрылся. Алло? Не-не-не, забейте. Инкупер фигурирует. Сколько у нас шерифов? Шовочку возьмите, пожалуйста. Слышь? Сеня, это я ты шериф. В прошлом раунде говорил про то, что у тебя что-то мелькнуло? Не, это Аксон говорил, я вообще молчал в раунде. Мы сейчас выводим Инкупера. Мы выводим Инкупера сейчас, он фейкует. Не понял.
Нет, все не импостер. Все не импостер. А, короче, вскрываюсь инженером. Я в этом раунде задолбал чертову вентиляцию на проход. Кстати, Цесс видел, как я... Уверен, что это инженер? Подожди, ты уверен, что это инженер? Не похуй. Инженер не заколачивает винты, алло, Цесс. Не понял. Цесс. Короче, что мы... Да, по-моему, инженер не заколачивал винты. Сеню, Сеню, го Сеню. А чё все время меня кикать-то? Подожди, давай кого-нибудь другого. Сенсей, ты импостер? Блин, сенсей, какой байт обломал? Да. Это неубедительно. Чё, а хочешь вылететь со стола? Пошёл в пизду. Опа. Эвил Гейзер проснулся. Ребят. Это, по-моему, не Эвил Гейзер. Не, подождите. Вы правда если хотите нас... меня кикать теперь после если этого? Если бы у нас был Эвил Гейзер, мне кажется, он бы еще бы на прошлом раунде бы вскрывал, нет? Не, мне, смотрите, ну типа, нас тут в любом случае проблем, потому что этот CS заколачивает, а я этот тайм-мастер. CS не может заколачивать, если он инженер. Ну, значит, заколачивает секьюрити гард. Это сесурити, да, какая-то, наверное. Но я, я скорее всего, отличу следующий, но меня в любом случае не убить, походу. Попытайтесь, не пытайтесь, но не получится. Бля, иногда вас послушаешь, такой шок. Сыглыфин. Тебя бы слушать каждый день. Сеня, в чем твоя проблема? Почему ты сразу инкупера не отгадал? Взял еще и спалился, тебя из-за этого проголосовали. Да, Сеня. Да я вообще, я сгорел в этой игре. При мне, я надеюсь, CS выиграет. Он всех подожжет и все. Потому что это шок. Меня убил Пипикс. И два человека это спалили. Это CS и Авдеич. И они оба нейтральные роли. То есть... А, нет, все-таки CS не выиграет. Он хочет труп замазать. И зачем? Ну, затем. Так может Сеню кинем? Не, мы можем сейчас просто обсудить наши роли. Там уже, блядь, все вскрылись. Я еще не вскрывал свою роль. Ну, Бобёр, блядь, ты можешь не вскрываться, я знаю, что ты мирный, все, можешь, блядь. Я мирный, да. Бобёр, не, блядь, мы Сеню кикнули. Из-за бобра я живой, блядь, пока я бобёр живой. Ну, я знаю, что если из-за бобра ты живой, пока бобёр живой, я знаю, кто без баши, он мирный, а я тайм-мастер. Поэтому ну, остается Пипикс, давайте Пипикс. Просто голосуем Пипикса, потом Сенсея. Сенсея, какая все, у тебя роль? Выиграли. Security Guard, я и у Фина спит. Ну, тогда Пипи. Прости. Security Guard вроде была у Сени. Какой? У Цесса говорил, что он... Это же выиграть импостер и 50%. Котя, блядь, ты чем слушаешь? Тогда вы все умерли. Цесс говорит, то, что он инженер заколачивает, блядь. Я ему говорю, инженер не заколачивает. Я говорю, блядь, нахуй ты ломаешь мои байты. А я вот именно в первом раунде спиздил на шифтере, блядь, роль секьюрити гварда. Что-то мне так, кто в итоге заколачивает-то? А мне кажется, Сене не надо было шерифом скрываться. Это кринж вообще полный, забудь. Цесар занистом был. Такой кринж. Сеня и инкупер. Я видела, как Пипикс убил, специально не сказала, а в меня никто не хотел голосовать. Но ты такая, конечно, ты такой, а что вы в меня голосуете все уже? Такая, я думаю, блядь, начала бы орать, алло, Ботя, меня все видели, и все, в тебя бы все руки бы полетели. Фин,
Там даже если бы в нее все руки полетели, я специально в нее руки собирал, чтобы менять голоса. И Купер хотел просто голосовать. А я, кстати, если бы голоса сватнулись, Авдеевич был джестером. И так, вилка. Не, нет, в смысле, даже если в Авдеевич собирается голоса, я свапаю, и типа у нее нет голосов больше. Как я вам закрою роли? А, в настройках лобби, но я попрошу боти поменять. Есть одна проблема. Какая? Я видел, кто сделал килл. Кто он? Этот человек сейчас с выключенным микро в Дискорде сидит. Включил микро. А, я сделал килл. Сейчас отбегает от Подожди. Трупа. Это труп, который уже не был. Опа. Что это было? Это Найтгейсер был? Это, нет, это Или Финн на Ивлгейсере мог ошибиться. Ну, типа, я не знаю, какая роль у Финна типа была, но что происходит? Да я думал, что он джестер. Финн отбегает от трупа на файнах. Не, типа, тут Найтгейсер вряд ли бы отгадал роль мафа, кажется. Ну, мне кажется, что Финн промазал тогда. Тогда Боти мирный получается. Получается? Не, а давайте, может, по Цессу поговорим. Подождите, Пипиксу, да? Один на лайфах трупа, второй знает, где? Я забыл про роль Морфинга, точно, я забыл про роль Морфинга. Пошел в одну сторону искать, не нашел, блядь, пошел в другую, что ли? Я вообще не понял. Ты на лайфах зарепортил, да? Забил. Под конец раунда кто в карцере находился? Я от лайфов. Там, где вот прям, типа, вход в электричество, справа от двери. А ты был на лайфах? Я нет. Я был на лайфах. В карцере кто находился? Значит, получается... Там, наверное, труп в карцере, да? Карцер это где? Потому что по админ... Карцер это где левая... Тогда я не совсем понимаю. Я только что видел Аксона вместе с Цессом на лайфах. Меня не было. Ну, а я только что был с Сеней и Бобром вроде вообще. Не, я был с Сенсеем и с Инкупером. Мы втроем были, да. А, с Сенсеем. Сенсей, я и Инкупер, да. Ебаня, мне показалось, Сеня с винта бежит. Не, я в смысле, я пробежал, я с Инкупером бегал. Мы с Сеней были, он там еще двери в туалете, нереально. Я ничего не говорю, я говорю просто то, что мне показалось. Ребята, помогите, я голосовать не могу. Уже проголосовал, потому что... Так я за Авдеевича хочу проголосовать. Не понял. Опа. Это что сейчас было, блядь? Авдеевич руина. Тебя кто-то почему? У меня три голоса летит, мне кто-то может? У нас мэр, наверное, за столом сидит, нет? Блин, да, я бы вспомнил бы, как Морфлинг действует, я бы нормально все сделал. Я просто забыл, что он, типа, принимает облик. Что если будет, если угадать мирную роль, она умрет. Просто... Нет смысла так, мирных отгадывать. Меня один раз Найтгейсер мирный отгадал мирную роль зачем-то. Я помню, у меня жопа загорела тогда. А ну вопрос. Сникерс.
Что такое Snipers? А, снайпер. Игрушку не знаешь, Snipers? Нет. Вот есть сквош, Simple Dimple, попыт и Snipers или Snipers как-то. Блять, да, Ботя, ебаный в рот. Можно будет? А чё, ты, да, ты испугался, что у нас два трейлера или что? Я ничего не погоди, не это нет. Очень важно. А что круче? Подожди, что круче? Мне кажется, Ботя жест. Я не знаю, как выглядит Snipers, я знаю, что есть такое только. Сквош, штука, как губка просто сжимает. Сквош — это игра, по-моему, такая. Не попрощу. Сквиш, бра, сквиш. Роскомнадзор не запретишь. Simple Dimple Squish. Так вопрос, ты чё кнопку-то нажал? Ну вот чтобы всем поведать. Сказать, что попыт круче, наверное, и Simple Dimple круче. Я круче. Нажал кнопку, чтобы... Без маш добавляй. Simple Dimple, он простой. Бля, а у нас такой. Подожди, стой. А у нас крыса еще, оказывается, есть. Чё, какая крыса? У нас был шифтер. Ну да. Ну, у нас либо шифтер, либо эрайзер. Что случилось? А ты, я тоже. Ботя роли лишился. А, Ботя спидеро? Я, сука, только заметил. А что за крыса? Сенсей, я видел Сенсея на Купера. А в прошлом раунде я видел Сеню Н. Купера. Ну, короче, вот среди них троих там ищите, блядь, крысу. Да, мы все втроем бегали просто с ним. Да, мы все свапаемся, ходим. Реально. У нас три шифтера, мы друг другу роли передаем. А я был... Поставил ваксоны. Я был человека камеры. У нас есть security guard 100%, я видел камеру. Боти. Ну, это был Боти, судя. Был 100%. А, да? А, спасибо. А мне можно кажется, вопрос, почему в меня четыре руки ставят? Это не в тебя, это в Аксона. Мне кажется, Аксон на шифтер. Бля, давайте Инкупера кикнем, чтобы на всякий случай не проебать эту игру. Я не понял. А ты что тебе не понравилось? То, что я за тобой бегаю? Ты поджигатель. Давай. Что? Кто? Не понял. О, что? Он открыл. Кто такой поджигатель? Я с Инкупером играю, он так, блядь, разговаривает, как будто он джестер всегда просто. Он нахерен даже так, что нажит. Я могу? Могу. А, блядь, он на Арзанисе 100%. Ну... Если нет, то я... Чего ты взял? Ну, двигаешься, как арзанист. И что? Какая разница у нас? Ну, кстати, первый раунд ты со мной весь раунд. Более у нас... не умеет. У нас, типа, Финн это, ну, как бы, умер. Уехал, да, у нас один мав за стол. Финн, можешь там, ну, включить игрушку Авдеи, чтобы она, типа, играла, нет? Сейчас... Вот я так и думал, сейчас я голосовал Аксона, найс. ББ. Аксон джест. А слушайте, подождите, все проголосовали. Стоп! Не понял. Не-не, Инкупер, отстань.
Блять, я вам сказал, кикните инкубус. Не понял. Спасибо, Шокс. У нас свайпер клоун, кто это? Футбол мы будем смотреть второй тайм с лицом. Лучше. Я специально Но вообще-то она попала, так что... Да. Нифига не попала, она с трейтера перекидывала голоса на инкупера, блин. Понимаешь, да? Вот это вот по кайфу. Люди ни с того ни с сего в меня по 3-4 руки каждый раунд голосуют, просто вот с нихуя. И лево, моду установи, блять, ну чел зашел с мультисит, ну классно играем. Я, кстати... Жира, ты поставила моды? С мафом был, с Финном, да? Нет, я был этим морфлем. Жира, ты поставила моды? Катился Финна и убил. Блин, куда он... Что он замутился, блядь? Но люди просто в меня голосуют. Я чисто... Что, Шира? Сеня был второй. А? А прикинь, слышь, сенсей? Да хватит галдеть, дайте пожалуйста. Я думаю, че? Не понял. Можно помолчать? Спасибо. Шира, ты поставила моды? Да, я поставила моды и галочки. У Шира это стоят моды, а Гилео не поставил моды нихуя. Гилео, ты поставил моды? Я поставил. Ну, все, тогда... А что ты решил? А галочки поставил? Потому что когда человек заходит, у него нет модов или они стоят не той версии, то мне на экране вбивало в красном свете, типа, такой-то человек, блядь, не обладает нужной версией игры. Ты скачал эту программу, запустил ее, выбрал галочки, как показано на скринах у боти, и нажал старт гейм? Гилео? Ребят, да. Я запустил игру, давайте начнем с этого. Мод менеджер. Ну да, мод менеджер, там вот галочки Other Roles, Better Colors, да. Extra Heads и Bio Research. А, нет, только Other Mods. Вот, поставь Other Roles, Better Colors, Extra Heads, Bio нажми, Research слева, и нажми старт. Сверху Update Mod. Слева сверху еще Update Mod. Не-не, сразу старт гейм, и тебе оно автоапдейтится. Кого голосовал? Блять, сука, Сень, ну если я говорю надо. Можно повторить моды? Что это значит? Better Colors. Other Heads и чё, Other World? А, Extra Heads, extra Other World, heads. Rolls. Да-да-да. Extra Heads, Other World. Бля, подарили игру инкуперу. И нажать не, Start Game, там какую? Нажать кнопочку Save и подождать, пока игра запустится. Among Us. Его 4 получается? Не понял. Да. Ты правда думаешь, что я двигался как Игнисер этот или кто там он? Чё? Я вообще не подозрительно двигался. Я забыл, да. Я забыл, как морфлинг работает, и я думал, боти хуйню несет и гадал его, будучи гессером. Джестером. Ну, гессер был. Да, я был на эйс-гессер, а потому что он джестер. Сенсей был, предпоследний, кому надо было. Да. Так я сотрю, ты за мной влево-вправо, влево-вправо, я тебя спалил на этом. Ты вспоминай, Афина, тут ты так, блядь, не дефаешься, нихуя, просто такой типа... Я? Го дальше крути. Нет, лежу, блин, с короной. Дети все болеют. Эх, так, изоляция. Масайте, еще три человека и буду с тремя мафами играть. Почему в меня люди голосуют? Вот хоть один человек, можешь мне объяснить? Сейчас, я наверное, какой-то хуйне просто. Я тоже не раз трейдерские движения. Что за косплей из жизни, блять? Мы с тобой ни разу в игре не пересекались, у меня трейдерские движения. Гилео. Кстати, вопрос тогда, этично ли вскрываться на СГСером перед попыткой шотов в таком случае? Аксон, я не тебя знаю. Спасала на несколько раундов, но потом я решила, что всё. Я просто показываю, как это выглядит. Давайте вот так сделаем, вот мы втроем тут. Что такое? Гилео, ты же через мод-менеджер запускаешь игру? Может, я её доставил, видимо. У тебя справа, вот ты зашел к нам в лобби, у тебя справа вот есть то, что я скинул скрин, такие же буковки? Нет. За Other Roles, версия 27 и так далее. Ну а ты просто игру что ли запускаешь? Через мод. Давай начнем, давай определимся, у тебя Epic Games или Steam? На Steam. Так, хорошо. Ты установил мод менеджер? Да. Там выбрал все, что там на скринах показано. Да, The Rolls, Better Colors, Better Polis, Better Scale. Не, Better Polis, Better Scale не надо. Extra Heads там надо. Там да же... Нет, это даже не в этом суть. Там выше скрины боти в чатике Мангаса есть, где он показал, что выбрать. Other Rolls, Better Colors, Extra Heads...
И биоресерч в где мэпс? Пользуясь случаем, хочу перегнать трафик со стримафина на мой. Выбери еще слева есть кнопка, у тебя слева зелененькая такая кнопочка Update Mods. Попробуй ее нажать и потом запустить Among. В теории это может помочь. Финн, го в шахматы в Амонге. Блять, отошел, что ли? Да, мне в дверь позвонили. Во в шахматы в Амонге. Вот, Гелиос зашел, сейчас норм? Сейчас... Он вышел. Норм. Не норм. У меня же нет таких... Кого? Ну, он что-то тебя не устанавливает. То, что посередине экрана, не надо. Нужно то, что справа сверху. Ну да, у меня его там нет. В душе не ебу. Тут нужно сменить демку. Ну ладно, давайте потом тогда уже разберемся в следующий раз, то, что мне скоро уходить. Го в шахматы в Амонге. Не получилось, аж Гелио наладить контакт. Кто пойдет в шахматы в Амонге? Не запускай, понял. Давай. Не шахматы. Ты чё, там... Лово поехал? Амонг? Ты в Амонге? Не, будь. И что там, амогусами двигать надо или чё? Что это за шахматы? Я бы почекал. Авдеич выгнали? Почему? Из люка выпрыгнула. Из какого? Не понял. Где алмазик? Я не выпрыгнула из люка, инженер. Я иду сейчас полечить, что наверх делать. Давай, Авдеич, расскажешь. Еще раз тебе говорю, то что... Я иду сейчас квест делать, по лестнице поднимаюсь. Да? Финкелу очень много времени. А, так это морф. Фин, ты джестер, что ли? Джестер на Фине. Я не джестер, я говорю, что она выпрыгнула из люка, где комната с алмазом. Нет, тут, короче, либо если что, и уверен, если что, типа она этот маф. Если что, я не маф. Ну, как бы. Если что, вы можете в меня проголосовать, но, к сожалению, вы ошибетесь. Где чилка Фина, которая поставила ему плохую оценку, вот он и обиделся. Да, я тоже вот не понимаю. То есть ты хочешь сказать, что ты не была в комнате с алмазом? А морфлинг может быть? Я была в комнате с алмазом, сейчас поднимаюсь наверх по лестнице. А что ты делала в комнате с алмазом? В комнате с алмазом я зашла, просто в нее тэпнулась, чтобы пойти и подняться по лестнице наверх и сделать там квест. Не, только что я внизу пизди, пересеклась с Пипиксом и Сеней. В Авдеич голосуем, она трейтер. Пипикс и Сеня меня только что видели в кухне. Оба, я пошла. Ты слышишь, что я делаю? Ключевая фраза, меня все видели. Ну и все. Я искала Пипикс и Сеня. Не-не, я видел, но это было типа секунд 15 назад. Ну да. Хорошо, Авдеич, какая у тебя роль? Бля, я только что Ботя сказал, что труп старый. Я не буду называть свою роль. Короче, я только что пересеклась с Пипиксом и Сеней. Потом я пошла в эту комнату. Потом я поднялась наверх делать квест. Все. Авдеич, если ты, короче, маф этот босс, да, который угадывает роли, бахни Фина инженера. У тебя есть шанс его забрать с собой. Вот и все. Конечно. Но я бы только так... Только я не маф, понимаешь? Я бы с радостью угадала его роль. Где труп нашли? Нет этой роли. Предлагаю Аксона следующим кикать.
Ой, где труп лежал? Опасно, опасно на джестере, Финн, успокойся уже, все, хватит. Одна, с одним поигрался, на другого не лезь. Я поставил класс без башка. Алло? Ну, вы зря это сделали. Нет, не зря. Уже шалить не надо больше. Я скипала, я не голосовала, Финн. Все, пизда тебе нахуй. Не понял. А как, а где вот у нее скин вот этот какой-то черные ножки панды, где она взяла его? Это не черные ножки. Это цвет вместо белого стандартного. Да, да, да. Есть белый стандартный, белый хуёвый. Вот она выбрала его. Ты нормальный белый. Алло. Алло. А где Кил? Он находится в мейн-руме, без базы погался на лестнице, и Ботя бегал в мейн-руме. Это не Сеня. Шира, подожди, Шира, я бегал, прямо сейчас бегал в мейн-руме? Да, ты туда-сюда угонялся по мейн-руму. Если что, я сейчас без башом стоял, скачивал данные. Ну, я скачал данные, он пришел ко мне, да, туда, под камеру. Ну, тогда у нас может быть морфлинг только, и все. У нас может быть морф, потому что, я не знаю, это вот ты сейчас мейн-руешь, бегаешь. Подождите, я один что-то не понимаю? Без башни забагался на лестнице? Да, без башни. Ну, лично у меня без башни забагался. Я на данных. А, ну, значит, у Шира тоже что-то криво стоит, я понял. Да. Вот и поговорили, собственно, вот максимально информативненько. Я говорю, бобёр, Шира, ты мы с тобой пересеклись, ты спускалась по лестнице, я пробегал по электрике от лайфлайна. Погодите, а где Финаргот? Я пошел на таскать скачки данных, неважно, ты где. Вернулась куда-то обратно, все. Короче, я смотрите, не вижу. Я думаю, данных. Что у нас есть морфлинг, я могу даже предположить, что Финн был морфлингом, превратился в FDH, дал килл, винтанулся, и мол, типа такой потом добежал, типа, ну я бля, вижу, может, как он прыгнул винты. Может, нахуй за хуйню вот эту? Все, короче, я точно Финна поставил. Я после этого я уверен, что я вот эту хуйню. Я слушать не хочу. Ты в любом случае, да. Ты в любом случае играешь по да черному, потому что. Аксона, вы че, вообще что ли болтаете? Ты в любом случае играешь по черному, потому что либо ты меня типа называешь морфингом, либо ты даешь информацию якобы о моей роли, чтобы меня отгадывали. Аксон, это в любом случае черный ход, а не мирный. Так что не надо. А, тут. Ну окей. Не, если вы меня поставили, у меня очко сгорит, серьезно. А, блядь, он джестер, сука, наверное, блядь. Да-да-да, спасибо. Можно еще побольше в меня, конечно. Я джестер теперь. Можно меня еще пересвапать, пожалуйста? Есть у нас тут? Я джестер. Вот с Финарготом поменяйте. Ой, кстати, голос заметный. Финн, а где ты говоришь, что был? Бля, я так люблю тебя, Финн. Не скажу. Ты мне вот вторую победу на моей линии. Я понял тебя. Бля. Бля, это сука. Ай, бля. Финн, я прям смотрю, как вам нравится мне Финн снимать. А с кем FDH была трейтером? Там у нас три мафа было. Да, а что делает Баунти Хантер? Это спай может быть. А тебе показывается цель, если ты ее убьешь, то следующий килл откатываться будет быстро. А если не его, то он долго. А, у нас три импостера, я думал, шпион. А FDH такая из винта, оп, и побежала. Я добавил одного человечка. У нас теперь шакал на 100%. Сюда, так, у нас шакал. Два импостера. Какой шакал, Ботя, ты че ебудал? Не, шакала убирай нахуй. Я против шакала. Это супер говно. Это супер говно роль. Фасониста и джестера, мне кажется, за глаза хватит. Сфин, а как ты на 12 человек, у тебя баланс, блядь, просирается? Я тебе сделал так, что у тебя на 12 человек есть три типа, которые могут делать киллы, но они в разных командах. То есть у тебя импостер может убить шакала. Да куда, блядь, этих киллов на... Блядь, нахуя тебе вообще дохуя столько нейтральных ролей? Нам хватает розониста и это... У нас основная борьба идет с трейтерами. Нахуя ты каких-то нейтралок еще духой добавляешь? Убирай нахуй этого Пасть шакала. Сыграем одну катку, потом посмотрим. Блядь. Я против такой хуйни. Это супер говно. Шакалы это хуета. Прошло было три импостера. Ботя пока... Ну, третий импостер это шпион.
Нет, там было три импа, Финн. Нет, там именно я шпион думал. Там был Трикстер, там был этот, Баунти Хантер, и я на Морфе был. Ну, Авдеич, это шпионом ушла. Не, она не была шпионом. А, это на Сенсуэй Джестер, кстати. Пытается, чтобы я его слил, Как вы, блядь, это объясните? Как ты, сука, это объяснишь, товарищ Цез, блядь? Так? А чё было? Чё, я спускаюсь вниз на кухню, Цез топает. Открываю шерифом, убил Авдеич на мафе, держу в курсе. А. Гейсер. Интересно. Ебаните по Цезу, пожалуйста. Найс Гейсер может попробовать... А, нет, тогда... Не, но Эвил Гейсер бы тогда бы его отгадал бы шерифом. Финн, нормальный баланс будет, если еще добавить, чтобы шериф на 100%... Давай, добавь еще 10 шакалов, пожалуйста, тогда норм баланс будет. 10 шакалов? Нет, смотри, у тебя шериф может... Тут только 12 пока. У тебя шериф может убивать, получается, двух импов и нейтральной роли. Да. Цез, кстати, ты мог не импа убить. Да, ты мог нейтрала убить, ты мог шакала убить. Тогда хреново. Или maybe Цез стоит мафло. Аксон не делал килла не по бобру. Или шакал. То есть, или если шакал. Шакал не делал килла, то у нас Аксон точно не импостер. Потому что Аксон был в грузовом отсеке. Сеня рядом со мной тусовался, для меня он тоже не трейдер. Может, это шакал просто грохнул кого-то и стоит импостер мозг. А если... А сенсей делал вид, что поливает меня с канистры, но так он джестер, знаете ли. Ну, пытается меня забайтить на тот же клоунский я мув, что я... Я просто не знаю, что там по КД у шакала первое. Короче, 30 секунд, или если 30 на кнопке секунд? Нет килла, то Пипекс и Купер не делали киллов. Ну, по идее. Нет. Я прибил Авдеич на кухне. На кухне я прибил Авдеич. Бобер не мог в электрике умереть. Авдеич какая-то подозрительная роль. Подозрительная. Скорее всего, мафо. Не понял. Короче, голосуем в Сеню. Не, я бы все равно бы в Цезу. Я душой мафо. Логично. Просто, типа, какой смысл, ну, типа, на первом раунде? Вскрылся, алло. Жестко. У нас Гвейсер 100% типа в игре. Либо Найс, либо Эйл. Кто со мной в ЦС ставил? Все не докинули. Я единственный, кто все не проставил. Кто без баса со мной поставил? Я с Финарготом весь раунд нажимал рычажку. Вы чё, блядь? Не понял. Что вам сделал? Вы чё? Два пальца, блядь, за раз. Вы чё? А, ну, это безбаш с кухни метанулся в мейнрум, и то, собственно говоря, это он убил по-любому. Алло? Не по... Алло? Кто, простите?
Да ладно, ладно, безбашно, расслабься. Я пошутил. Я не знаю, кто это вкинул на кухне. Никого не видел, кроме безбаша. Шутил, не видовал. Подожди, я видел либо Кубера, либо Аксона. Не, меня, это я на лестнице спустился вниз. Так, а как Боти, Боти, Финн, вы как поднялись на связь? Смотрите, сейчас... с кухни? Я сейчас вам все легче расскажу, смотрите. У нас не Цесс, не Энкупер, не Пипикс, не я, не Безбаш. У нас остается Боти, Аксон, Сенсей, среди них два мафа. Ну или подожди, один. Энкупер? Сенсей мирный, Сенсей мир... Опа. Опа. А кто у меня... Шира, сервак ты у меня руль спиздила? Круто. А можешь нам знать, что вокруг делает? Почему я еще умерла? Сейчас подойду. У нас расстояние убивает. Короче, тебя убил шериф, Авдеич. Не было шерифа рядом со мной. Алло? Цесс не шериф. А, это у всех вылетело, да? Барлок тебя проклинает и на короче, Сенсей, ты же был этим шпионом, да? Цесс не шериф, Цесс и Вилгессер. Кем я ну, а я как умерла? Ты шерифа, там, короче, шпионом? Барлок проклинает человека, и его руками может убить, если кто-то рядом с ним. Да, я спиздил ролик, я, короче, еще раз, можно узнать, почему я умерла? А ты кем была? Тебя убил шериф. Ты кем была? Не было шерифа, Цесс не шериф. Авдеич, ты кем была? Варлоком. Варлоком? Так ты... Как он тебя убил? Подожди. Барлок, Барлок проклинает таргет, а потом руками этого чела может другого зарезать на расстоянии через карту. Авдеич сама себя опять выпилила. Авдеич, ты понимаешь? Кого-нибудь, ну, типа, заклинала? А, наверное, ну, да, я заклинала бобра, ну, он умер. Ты его руками убиваешь ближайшую цель. Его руками ты убиваешь. Ты... А почему он умер, и я умерла? Бля, а может, короче, когда она вселилась в бобра, бобра в этот момент убил шакал, и она сдохла? А может, шилд висел? Нет, там была только я, бобер и Цесс, больше никого не было. А как работает медицинский щит? Цесс мог быть шакалом. Блять, нет. Цесс убил Гессера. Цесс, ты убил бобра? Я смотрю, по-моему, да. А он меня убил. А, ну да, вот, я убил. Вселилась в бобра, ты его убил, и я умерла, получается. А, ну, видимо, если убивают... Случайно там лайверами еще не были для полной веселухи. Если убивают цель, которую ты прокляла, ты, наверное, умираешь. Ну, видимо, так. Нет, видимо, из-за того, что... Ну, я других вариантов не вижу. Она не могла... Я код скинул, заходить. Она не могла бобром убить себя, а Цесс убил бобра, нет? Как я бобром убью себя? Ты можешь себя убить бобром. Нет. В смысле, нет. Да, ты можешь, Авдеич, можешь. Убить себя бобром. Ты можешь убить даже второго импа с помощью, блядь, бобра. Да. Бобром нет, кого угодно просто, можно убить как-то, он тяжелый. Я просто нажала. Ты нажимала? Кнопку. Нет, не нажимала. А, ну тогда, блядь, я не знаю, тебя мафло свой убил, или бобра убил. Вообще, я, получается, иду, смотрю, Авдеич, типа, думаю, что странно, что-то она тут ходит во время саботажа. Я пыталась понять, что тебе. Вот, и смотрю, она просто отваливается. Я натяну. Я только репортить, и меня сразу же в этот момент Цесс. Да, я убил бобра. Я убил бобра. Вот, видимо, ты убил бобра, и я умерла. А кто был шакалом? Заходите, Красно. Ребята, заходите. Захожу без башек. Я думаю, почему я умерла, блин? Я вроде вселилась, нажала на бобра этот скилл. Я вообще слышно, нет? Блин. Это, короче, я погнал, всем спасибо за игры. Я думал, что бобер на шерифе, тебя убивает. Ну, я логично предполагаю, что бобер на шерифе, потому что это единственная мирная роль, которая позволяет убить трейтера. Он кем был? Так он мог быть шакалом, типа. Бобер, кем ты был? Хакером он был. О, просто ты. Не, просто Цесс, смотри, ты понимаешь, он мог убить Авдеич, просто будучи шакалом. И ты бы скрылся шерифом, тебя бы спалили и тоже бы кикнули. Не, ну я-то был Вилгессером, поэтому изначально, зная свой цвет, я знал, что меня вряд ли кикнут, и меня вряд ли... И меня точно не убьют на голосовании через третье. Чё, мы все наиграли, что ли? Так нет, Финн просто отошел. Нет, пошел. Сейчас зайду еще. У нас три человека могут зайти. Блин, ладно, я тогда тоже, наверное, пойду. Я зайду. Давай, да что так рано, давай. Мы не поиграли даже толком. Давай, убирай нахуй шакала, оставляй одну нейтралку и два импа. Я оставляю одного импа и одного шакала, согласен. Блядь. Шакала убирай. Шакалы — это хуета. А чё шакалы вообще? Шакалы, да, это шакал, конечно. Но это как маньяк в мафии. А, всё, понятно. Маньяк, круто. Шакал. Так это... Шакал. Нет, джестер прикольно. В Дискорде тоже есть джестер в этой игре встроенный. В Дискорде? Нет, джестер-то прикольно, типа. Да, я же джестера и знаю оттуда, джестер в Дискорде — это Боти, по-моему. Нет, здесь в Дискорде же есть приложение.
Покер, что там еще, рыбалка и что-то по типу Among Us. И там вот как раз роли есть разные. Ладно, тут все близко живут, просто они всем. Никто не никто не играл? Аксон ливанул. Шира. Ты в Дискорде? В Дискорде это 10. Шира не зашла. А, нет, Шира зашла. Я не зашла. Пикса нет. А как зайти-то? По коду новому. Ребят, как зайти? Уже забыла. Учила новые роли. Да нет, у меня не показывается. Что ли, не понял. Что-то Мангас. Мне не показывается. Это, блядь, сейчас... Я не знаю. Там Ботя, потому что скинул код. У меня сообщение, Боти не показывается. У тебя Ботя в черном списке, вот что проблема. Сейчас, секунду, я, ну, скажи, первый. Я уже скинул. А, гений. У меня Ботина не показывается. Сэй, прикинь, есть еще проблема, то, что когда ты в блоке, там, типа, есть кнопка показать сообщение. Пиздец сложное. Шира, что это такое? Не, ну блоки, что делать? Шира, что такое опять? Ну, хоть и Майнкрафт. У него стоит однозначно, потому что у нее без баш забагался на лестнице. Так же, как у Аксона багал. А у меня без баш, кстати, не забагался на лестнице. Не ставила моды, именно отдельно. А кто со мной без баша будет голосовать в следующей игре? Я. О, вы охуели, блядь, что ли? Не, смотри, понял. Я... Дайте без башу поиграть, он как я что-то не смотрю, он либо мертвый, либо его выгоняют. Я тоже. Не, ну Купер, ты-то вообще, блядь, прикол уходящий. Чисто кековый, блядь. Опа, а я снич. Надо быстро квесты выполнять. Так, какие у меня? Вот этот самый последний будет. Я знаю, что мне фото долго. Да ну какого, ну почему, блядь? Ну сука, блядь! Ага. Это... На подъеме лестницы с электрики по направлению... Именно меня, блядь. Именно меня решил убить Инкупер. А, Инкупер меня отравил, блядь. Да, я его видела живым. Ты туда бежал, кстати, мне навстречу. Алло, не понял. Ботя? Инкупер, я тебе не бежал навстречу, я оставался в электрике, делал проводки. Хорошо. Ну, не проводки, я это хуйню. Не, в смысле, но мы пересеклись в электрике. Я на лестнице. Мы с тобой пересеклись полчаса назад, а я сейчас видел, что килл секунда, я подхожу к лестнице, потому что Финн только что поднимался по лестнице, и там на трупе кто-то стоял. Видимо, ЦС. Пипикс, а ты где был? Ладно. Вопрос, кто может, если ЦС... Ты же кухню сегодня пересек. У меня труп показывался как упавший. У меня труп показывался как упавший. Труп минимум 2 секунды. Скачать этот мод... Чего, без башка голосуете? Да. Ну мы с СМ, да? Твич мод менеджер. Ой, ты еще раз. Давай, нахуй. Попробуй, блядь. Попробуй, блядь. Я Фина видела живым в этих... в электрике. Да, он был в... ну... Ну, он был на камере. Вау, пробелы делаете между двумя этими словами, блядь. Он был живым. Авдеич. Я сейчас в оружейку забежал. Нет, давай, сенсей, попробуй меня проголосовать. Я пересеклась с Цессом на кухне и с Пипиксом. Пиздец тебе. Ну, по-моему, вначале с Пипиксом. Я с тобой пересекся, Настя, в туалетах где-то там. Ты бежала навстречу мне. Нет, короче, ну это было в самом начале раунда. Не делали, спасибо. Вчера, можно повторить инфу? Я не слышу. Получается, Авдеич бежала со стороны электрики. Ну да, я сказала, что... Потом репортит. Да, я сказала, что... Между Авдеич и Цессом никого не было, получается. Я сказала, что там Финн был живой. Ну, получается, либо идеальный... Да меня видел и Пипикс, и Цесс! В чате тогда опять она. Так мы тебя видели бегущий со стороны. Ну да, ну блин, ну что поделать, он умер там. Ну короче, это сенсей. На заметку берем.
Куда? Пошел нахуй. Не понял. А, Безбаш. Безбаш, что за хуйня? Кто меня голосовал? Кто меня голосовал? Я. Безбаш. Ага. А еще кто? Ты же понимаешь, что ты роль спалил? Какую? Типа, ладно. Я сделал. Нормально, нормально. Все, сенсей, до конца Безбаш. Ссылку. Дался. Не все я докинул. У меня бы не сбросился бы квест иначе. По киллу Шира не Пипикс, не Бобёра, не Безбаш, не Сенсей, не... Вроде не Цесс. Угу. Ну, то есть я. Ну, то, есть, ну, то есть получается, ну, то есть получается Авдеич, да? Получается Авдеич, да. Получается Авдеич. Когда был килл Шира, Бобёр, Пипикс, Безбаш, Сенсей были в электрике. А можно хотя бы узнать, где килл Шира находится? Ну, просто я не знаю, к примеру. Я ее не убивала, я не импостер, поэтому... Я сейчас хранилище располагаюсь на секунду времени, например. Чтобы сказать, что... Если бы у нас был бы импостер, он бы уже всех убил. Ну, короче, это либо Цесс, либо Авдеич, либо... Либо мертвый Безбаш. Не понял. То есть мы с Сенсеем... Безбаш скрывался в прошлом раунде, и ближайший репорт... Я сейчас в электрике, скажите, пожалуйста, где килл находится? А как ты в электрику попала? Где? В электрику попала. Ну, ты лучше... Я в электрику попала, сверху пришла. Не верю. Кстати, меня видели... Если ты не веришь, я каталась на платформе, поднималась туда на самый верх, делала там цифры, спустилась вниз, прокатилась на платформе назад. Авдеич, она второй раз у меня спрашивает что-то про убийство, хотя два раза пробежала со стороны убийства. Даже сейчас она говорит, она сверху пробежала, наверху и труп. Этот, Боть. Кого голосовать теперь без машины? Боть. Друг. У нас же по прошлому раунду Авдеич и Цесс были, да, между ними? Да. А по этому раунду Цесс Шира. А по этому раунду Цесс... Я не знаю, я никого не видела, мне не от кого дефа. Ваш Терри, меня мозг отыгрывает, это кринж. Короче, ладно, я... Совершенно другие эмоции. Вообще, Авдеич на мир по нему, потому что я находился в комнате сейфа, мне делал чертов сейф и вторую закачку, первую закачку дал. Да. Авдеич просто, когда она на мир, наверное, начинает орать, когда ее начинают топить. Согласен. Такие вы клоуны! Слышно же, что она джестер! Вы еще прикалываетесь? Че, блять? Она джестер? Да? Блять. Пипец, блять. Она же по-другому себя ведет вообще. Она по-другому говорит. А че это к джестеру светит, алло? Потому что она джестер по жизни. Чё Безбаш? Там её со своими свапами, блядь. Слышишь, Сенсей, прикинь нам... Я до игры сказал, мы с Сенсеем будем топить Безбаша, и мы оба импостеры с Сенсеем. Да. Бля, ещё бы один голос, и пизда тебе была, Сенсей. Пизда бы была, я бы выбил тебя нахуй при первом же голосовании с вами свапом. Эксон нормально как раз-таки отыгрывал, там по-другому было. Я свап выбил, если там 5 челов скип было. Не, на самом деле я реально труп не видела. Я искала трупы, чтобы там где-нибудь рядом встать, и подумали, что я сделала труп. Ни одного трупа я не находила. У меня была роль вампира, и с 5-секундным дилеем произошла смерть, и поэтому, типа, ну, да. Блин, хоть раз бы на в этом скине дали бы роль вампира.
спасибо, что даете поиграть, блядь. Ой. Минус Финн. Но Финн уже прилично так лежит, я так понимаю. Ой, он нас скачет в данных лежит. Я слышно очень плохо. Бля, Шира, так охуенно слышно. Финн лежит на скачке данных ниже карцера. Ну, тогда это Пипикс, наверное. Это, что, подождите, где еще раз труп? Я просто тут отвлекся. А труп еще ниже карцера на скачке данных. Ниже карцера на скачке данных. Это может быть Пипикс. А, может быть, тогда, тогда ладно. Тогда не деф. Ко мне пришел. Я считаю, это Финаргуд. Связь Бобер и Цель. Да. Я со столовой пришел. У меня вопрос к сенсею. Вот, да. Бобер, ты не со столовой там пришел, не видишь. Уже был, да? Да, уже был. А откуда я пришел, по-твоему, боте? Двигателя если пришел. Труп старый, как говорят, я не знаю, видели вы на офлайнах или нет, я пришел с несколькими пациентами. Короче, я с Безбашом пересекся. Я боте, я заспавнил со столовой и был в столовой. Он, скорее всего, блядь, старый. Бобер, мы с тобой, уверен. Блядь, я пошел на проводки, ты со мной пересекся в двигателе. В какой ты, блядь, столовый был? Подожди, это может быть какой-то, типа, короче, морфлинг? Ну, фолдаун убийство в начале игры. Нет, поэтому тут вряд ли Бобер и Шира, потому что три человека были на админке на момент реплаха плюс-минус. Минус это может быть. Я же вначале бобра видел. Это может быть Бобер. Бобер с тех сторон бежал. Окей, еще раз. Один человек армори, один человек комната с, это, с вертолетиком, один человек душевые, один человек каргабей, два человека лайфы. Читайте. Ну, каргабей это я без бэш. Ну, на лайфхак жить давно килл. Это может быть каргабей. Я только подошел, Авдей. А как без бэш, блядь, уже очутился в каргабей? Что значит каргабей? Что такое каргабей? Он стоял только что. Зареспавнился в складе, либо зареспавнился в архиве, скорее всего. Нет, зареспавнился на складе я, там не было без бэш. Ты таймин не путаешь, брат. Это очевидно. Я игру закончил в пушах. Бутье вот пришел снизу. Я подозреваю Пипикса. Согласен, Пипикс подозрительный. Но это просто. Всегда. Не... Ты... Это, мой... это, скорее всего, лаверы. Погодите. Это лаверы могут быть. А что-то... Сенсей? А? А куда ты побежал? Что, я убежал, я уже в КГБ на сейфе стою, ты еще рофлишь? Ага. Ну, опять сенсей, КГБ что ли? На сейфе. А как это? А ты направо, да, побежал? Ладно, хотя, подожди. Если ты побежал с проводков направо, я ж не видел, куда ты побежал. Проводки делал. Если что, Ботя на меня с архива выбежал к тебе. Так. Сенсей со мной бегал вокруг, я так понимаю, камеры, которые багают. Только что я видел, как кто-то побежал налево. Я готов голос положить по первому киллу. В кого? И там лежит Шира. Шира побежала налево, я когда с проводков выбежал. Если сейчас опять вопросы к сенсею, то я готов сенсею сбросить. Пипикс, да, давайте Пипикса на семерых сбросим. Я тоже на семь. Пипиксу лишь бы сбросить. У нас чел на Пипиксе приходит позже меня на лайфы. Я говорю то, что скорее, ну, типа, ну, возможно, я дефу Пипикса, а Авдеевич говорит то, что нет, он мог убить, если килл Сара. Я тогда окей. Спасибо, что они меня пригласили. И он просто начинает в меня вкидывать, когда он позже меня пришел на лайфы. Рассказывай. Я не видел, Базар, Зер, я готов на своем предмете. Я стою в разноцвет, и дайте тебе. Теперь я сейчас 20 секунд расскажу своих действий в первом раунде. Я появился под конец таймера по понятным причинам, потому что я мирный.
побежал направо. Мне навстречу выбежал бобер, прибегая в комнату, где камера, я так понимаю, там снизу как раз труп лежит. Так. Да. И... Ага. Ты чё снесёшь? Бегу в электру, и сенсей там круги наяривает, как будто, не знаю, какие-то круги наяривает. И потом он бензин разливался. Короче, домой будет сенсей, слушай. Вот по таймеру. Все. Не, сенсея не трогаем. Алло, Пипикс, у тебя килл в карцере, я заспавнился на кухне. И прибежал в электру. Короче, я скип. Мне на семерых ладно, ладно, на семерых не будем прикалываться, но... Да. Но я бы в Пипикс. У меня бы в Пипикс. Пипикс. Да, Мойсера сенсея поставили. Безбаш, кстати, тоже подозрительный. Как согласен, раз. Давай, Пипикс, улетаешь на критике. О, да, я такой. Готов, но после тебя. Насмешка за 335 левел на спектру. Продается на ТП за 180 рублей. Ты ничего не спутал? Насмешка на спектру дается на втором или третьем левеле боевого пропуска. Если я не ошибаюсь. Или ты к тому, что ее в итоге можно продавать? Повезло чуваку, которому худи подарил. Это да. Худи крутой. Опа, 2 кило. Крутой. Какого хрена? За бобром был секунду назад. Не понял. Ага. Разве на 335-м? А бобер в электрике. А бобер в электрике. Вот мы в ситуации, когда никто не знает, кто есть кто, и приходит время кикать Пипикса, согласны? Я знаю. Я знаю, что сенсей Мафо. Я видел их обоих последний. Как жаль. Жаль, да. Да не. Ребят, сенсей Мафо. А труп только что сделан. А, ну все. Так я кнопку прожал. А я до сих пор ебаный сидел. А где их только что видел, подожди. Электро и камера. В электрике, второй на камере. А то есть я трупы не замазал, потому что я на кнопке, друг. Оу, не повезло. Все. Так, алло? Так я не говорю, остается кто у нас? Сенсей без бани. Пипикс без бани. Пипикс на админке. Ребята, это, блядь, сенсей, я же вам говорю. У нас есть эвилгейстер, есть? Подожди, кто на админке? Я. Ну-ка, я медик, у нас есть эвилгейстер? Блин, ну я хуй знает. Сенсей, ты где? Ты где? Вот два человека камеры, два человека электрика и один, по-моему, дропшик. У нас есть эвилгейстер? Дропшик. Давай, убиваем. Ну, ты понял, сенсей. Какой дропшик? Ты понял. Какой блядь, дропшик? Сенсей, комната с кнопкой. А что делать будем-то? Какая кнопка? Что? Ну, один кнопка, а где еще один? Два электрика, а два камеры. А может, все сапфану? Очевидно, один админка. А смотрите, мертвый Авдеевич говорил, что это Пипикс или без Безбаш. Давайте кончим. Кого-то из них. Алло, 2 плюс 2 плюс 1 плюс 1. Ну, это семеро. Это шестеро. Семеро, алло. Ты считать не умеешь? 2 плюс 2 плюс 1 плюс 1. 6. Бля, ребята, я потерял нить. Мы кого кикаем? Пипикса или сенсея все-таки? Или Безбаша? Какой Пипикса? Энкут убирает, но не меня. Похуй, Пипикса кикаем. Давай, ладно, давай. Убедили. Что происходит? Не уйду, если чё. Победа от Джестера. На White Spirit тоже. На White Spirit тоже стоит. Иди победа от Джестера, ребят. Отлично. В школе какой раз. Джестер? За 2 в 2 все. Поздравляю сенсея. Сенсея вручается титул Нуби года. Не по. А я говорил без Баша надо. Да они вдвоем бегут из комнаты, я это вижу, хочу уйти, типа, понимаю, что они туда зашли явно через люк, так там еще и бобер подходит. А знаете, в чем был мой тупой план? Я, короче, был сиром, и я видел, когда киллы происходят, и у меня 2 килла моргнуло, я сразу на кнопку нажал, типа, думаю, сейчас мы на критике кого-нибудь шлепнем, а бац, там все нормальные люди-то убили. У меня чел с первого раунда приходил ко мне и говорит, что это я, говорит, труп на камерах, когда ему говорят, что труп в карте. Ты, сенсей. Все, иди нахуй, Бутя. Зачем ты его забанил? Он скинул ссылки на Steam Market.
Да, но Аркану на спектр ты не купишь. Ну, сука, да вы заебали, блядь. Да он может не умирать. Ладно, спасибо, я наигрался. Просто, блядь, три игры подряд меня первым убивают, охуенно. Я подрублю второй тайм Италию-Испании, потому что первый посмотрю. Ко второму тайму подойдет Дима Ликс, и мы вместе с ним посмотрим. А я вас отправлю к Ваде. Ебал в рот так играть, я сгорел нахуй. Три игры подряд меня первым убивают. Тем более на...